Детский сад от и до. Педагоги из разных регионов России обсудили, как развивается дошкольное образование в рамках новых федеральных стандартов. В Златоусте завершилась 18-я научно-практическая конференция. В теории и на практике делегаты увидели опыт златоустовских специалистов. Больше сотни гостей города побывали в образцовых детских садах, театре «Омнибус», центре «Уралочка» и нацпарке «Таганай». В стены своих учреждений участники конференции вернутся с обновленным багажом полезных знаний. Это обмен опытом. Конечно, мы должны знать, как работают регионы. Конечно, мы должны видеть вот то новаторство и высокий профессионализм. Конечно, мы должны видеть, как люди заинтересованы в повышении профессиональной деятельности именно дошкольных образовательных учреждений. Нет, вообще молодцы, очень здорово. Столичные педагоги высоко оценили профессионализм златоустовцев и даже назвали работу наших педагогов уникальной. Особо участники конференции отметили туристско-краеведческую деятельность в дошкольных образованиях. Детский туризм, говорят специалисты, явление для России редкое, потому этот опыт необходимо распространять. Связались мы с президентом Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения, рассказали, какое в Златоусте происходит чудо, и этот опыт будет описан, протиражирован на федеральном уровне. Мы рады, довольны, что люди действительно, им есть что взять из нашей системы образования для реализации на практике, начиная с Москвы, заканчивая территориями нашей области. Следующая масштабная встреча педагогов из разных уголков страны состоится в Смоленске. Представителям этого города златоустовские педагоги вручили переходящий кубок – символ конференции.